Дружба народов, как и любая другая, начинается с улыбки. В Музее краеведения и истории города Новочебоксарск прошел круглый стол «Силы России в единстве народов». О чем говорили, слушала Милена Алексеева. Участники круглого стола под названием «Силы России в единстве народов» обсудили важность мирного сосуществования людей разных национальностей и религиозных конфессий. Одна из ключевых тем – недопустимость использования ислама в политических целях. Мы это мероприятие хотели организовать из-за того, чтобы есть некоторые взаимопонимания, что используют нашу религию ислам в других целях. Многие, особенно противники России, и которые стараются создать какие-то, формировать в некоторых местах интернет-площадки, чтобы разбалансировать народ и религиозную национальную вражду хотят они сеять. Мы для этого должны противостоять каким-то образом. В России проживают представители более 190 народов. Именно благодаря многонациональности и многоконфессиональности нашей страны формируются особые связи в обществе, считают эксперты. Эти народы всегда жили в дружбе и согласии, или искали общие точки соприкосновения, экономические, социальные, политические. Как бы государство ни называлось на протяжении истории развития России, эти народы, они существовали вместе. Толерантное отношение друг к другу наций и представителей различных религий – основа существования нашей страны, подчеркнули за круглым столом. Милена Алексеева, Борис Андреев, Республика.